Привет, друзья! Будет несколько прямых эфиров. Я планирую рассказать о тех украшениях, которые у меня есть сейчас в наличии, о том, что я могу вам предложить. И начну я с базовых украшений. А, да, у меня стрижка. Ура! Наконец-то! Не прошло и 2 недель. Да, запись на 2 недели. Это ужас-ужас. И начну я вам сегодня рассказывать про украшения, которые базовые, которые всегда-всегда у меня в наличии. И это украшения в базовых простых цветах. Вот, буду показывать на манекене сначала. Ну, во-первых, что у меня всегда есть, это вот такие шнурки, намотки. Они застегиваются на петельку. Этот шнурок вы можете носить на руке, как браслет. Вот он застегивается. Получается браслет. И одновременно этот же шнурок вы можете носить как чокер на шее. Все украшения связаны крючком на искусственном шелке, нитка из искусственного шелка. Она прочная, ее можно стирать. Также что у меня есть еще? У меня есть шнурок такой же, оранжевого цвета. Точно так же одевается. Также есть синий и зеленый. Они всегда в наличии. И такие шнурки стоят 1600 рублей. Они немного тянутся, но немного, как любое вязание. Они мягкие, очень приятные в носке. И стирать их тоже можно. И также у меня есть украшения в так называемых цветах без цветов. Это какие? Это черный. Это белый. И это серый. Вот это базовые цвета украшений, которые, ну, обычно всегда в ассортименте. Кроме того, в этих же цветах есть маленькие браслеты. Это только браслеты. Только на руку, потому что он вот такой маленький. На руку его одеть можно, а на шею уже нельзя. И они также есть в основных цветах. Вот серый, синий, красный, черный, белый. И эти украшения, вот эти маленькие браслеты, стоят 800 рублей. Что еще входит в основную базовую коллекцию? И по самым недорогим ценам, это самые доступные цены из всех, которые есть. Но есть броши. Броши в виде сердечков. Это брошь. Они мягкие. И очень легкие. Это вязание крючком. На искусственном шелке. Они легкие, их можно стирать. Кроме того, есть броши в виде цветочков. Вот такая вот черная брошка. Брошка. Вот такая оранжевая. И белая.
Ну и, конечно же, все любят сережки. Да, брошки стоят. Вот такие брошки небольшие. И вот такие небольшие брошки в виде сердечков. Они стоят всего 500 рублей. Это самые дешевые украшения, которые у меня есть. Ну и, конечно же, все любят сережки. Я креплю на специальную пасту канцелярскую, которая не оставляет следов. Это сережки-узелки. Вы можете носить их так, а можете развязать узелок. И тогда у вас получится вот такая спиралька. А сережки стоят также 500 рублей. Что еще можно предложить из самого недорогого? Ну, есть резиночки. Вот белая. Особенность резиночек, ну, они мягкие, как видите. Они легкие. Особенность в том, что они не пришиты к резинке. Они двигаются на резинке. Вот белые, зеленые, оранжевые, красные. Ну и, собственно, любых других цветов также. Есть также в базовой коллекции, в простых цветах, уже украшения чуть дороже. Это так называемые брошки-молекулы. Вот такая молекула оранжевая. Она тоже мягкая, подвижная. Это брошь. Серая. Синяя. Ну, белая, соответственно. И черная. И такие броши стоят 1500 рублей. Что еще есть? Еще есть вот такие медведи. Это тоже брошь. И они на данный момент есть в базовых цветах, в комплектации, в основных цветах основной коллекции. Сейчас есть красный, есть белый. Есть вот такой черный мишка. И также есть серый. У мишек бантик, который на самом деле отвязывается. И если бантик у мишки на шее, то это мишка-джентльмен. А если мы бантик завязываем на ушко, то у нас получается мишка-леди. И такие броши стоят 2500 рублей. Брошки-медведи. Они также связаны крючком на искусственном шелке, прочные. И можно их стирать. А что есть еще? А вот эти матрешки, они также совсем недорогие. И стоят всего 500 рублей. Это и брелок, и кулон. И если у вас сережка в виде колечка, то вы запросто можете повесить такой кулон себе на ушко. Вот сейчас я тоже повешу себе на ушко. Как это выглядит, можно будет видеть. Вот так. Ну, и я, наверное, продемонстрирую на себе некоторые украшения. Ну, вот я возьму... оранжевую. Длинный шнурок. Оранжевый длинный шнурок я возьму. И я возьму синий длинный шнурок. Нет, синий я возьму короткий. Вот, две вещи. Синий и оранжевый. И вот я их соединяю. А все шнурки соединяются между собой. Если мне скучно носить просто чокер, то я могу
сделать вот такое вот украшение. Узел – это тоже дополнительный декоративный элемент. Например, так. И сейчас давайте попробуем все те же самые украшения продемонстрировать на манекене. Сейчас мне надо повернуть телефон. Немножко настроим. И попробуем посмотреть на манекене, что мы можем сделать с этими украшениями. Первое, что я вам покажу, насколько эти украшения легкие. Ну вот, например, я беру два маленьких браслета. Стоят они по 600 рублей каждый. Связаны они на шелковые ниточки крючком. Чуть-чуть тянутся, как любое вязание, но не сильно. Они соединяются между собой. И вот у нас получается вот такой браслет. И теперь я просто продемонстрирую, насколько этот браслет легкий. А вот здесь у меня просто кусок ткани. Это рукавчик, пришпиленный на булавке к манекену. Там нет ничего внутри. Это просто кусочек ткани. И если я одеваю этот браслет на ткань, то он замечательно держится и никуда не падает. Вот так. Вот. А что можно еще сделать? Возьмем два длинных шнурка. Вот я длинный короткий. А я возьму два длинных шнурка. Я их соединяю между собой. Так. И вот так. Дальше я одеваю манекен. И из этих шнурков просто завязываю узел. Собственно, все. Получилась вот такая роза. Что сюда еще можно добавить? Можно добавить брошь-сердечко. Так. Чуть ближе. И можно добавить, например, молекулу. Вот такая молекула, мягенькая, легкая, связанная крючком. Сердечко стоит 500 рублей, молекула стоит 1500. Это базовые украшения, которые подходят, в общем-то, ко всему. И очень здорово дополняют ваш наряд, дополняют идеально. Ну и давайте я вам покажу еще украшения, которые не всегда есть в наличии. Но вот сейчас они есть. Сейчас мы опять повернем телефон. Так, сейчас есть эти украшения. Ну вот, например, точно такие же шнурки в жемчужном цвете, жемчужный бисер на бежевой нитке. Вот, смотрите, какая получается еще интересная штука. Бусинки одинакового цвета, серого, на разные нитки играют совершенно по-другому. Это абсолютно одни и те же серые бусинки. Здесь они на черной нитке, а здесь они на бордовой нитке. Получаются очень изысканные
интересное украшение, также намотки, длинный шнурок и маленький шнурок, браслет. Маленький стоит 600 рублей, а большой стоит... Ой, маленький стоит 800 рублей, большой стоит 1600 рублей. Также есть сердечко. Вот такое жемчужное сердечко-брошка. Стоит 500 рублей. Очень популярный цвет бирюза. Бирюза на бордовой нитке также. Намотки. К намоткам есть сережки. Вот такие. Сережки-капельки. Вторая сережка. Сережки, при том, что они объемные, ничего не весят практически. И сердечко. Сердечко стоит 500 рублей. Сережки также стоят 500 рублей. А очень популярный цвет, который подходит абсолютно и в пир, и в мир, что называется, и на вечер, и днем. Это вот такой браслет. Намотка. И на руку. И, соответственно, как чокер. К нему также сережки. Сережки-узелки. Помните, я уже рассказывала, что сережки-узелки развязываются и превращаются в спиральки. Такая особенность. Также маленький браслет и брошь-сердечко. Сердечко стоит 500 рублей, маленький браслет 800. Связаны крючком, на шелковой ниточке, мягенькие. Очень приятные в носке и можно стирать. Ну и что я вам еще покажу? Вот такие вот яркие цвета, блестящие, бирюзовые, розовые. Шнурки различной длины, все соединяется между собой, все превращается в большие украшения. А, соответственно, к ним могут быть вот такие сережки. И могут быть просто сережки-шарики. Сережки стоят 500 рублей. Длинный браслет, который одновременно чокер, стоит 1600 рублей. Маленький браслет, который только браслет. Вот такой. Он стоит 800 рублей. Вот такой браслет. Все мягкое и очень комфортное. Ну и в конце концов, давайте я вам предложу вариант подарка. Очень простой подарок, очень приятный, в коробочке. Ну, например, мы можем предложить вот такой небольшой браслет, такого синего бензинового оттенка и брошка-цветочек. Вот, получается вот такой приятный подарок. Комплект украшений по минимальной цене. Всего за 1300 рублей. Вот такой приятный подарок. Вы можете сделать своим любимым, друзьям, знакомым. И, наверное, я продолжу в следующий раз. И я расскажу о том еще, какие еще базовые украшения могут быть в моей коллекции всегда. Но всегда нужно помнить, что вы можете заказать любой цвет, который вам нужен. Я приеду к вам с готовым украшением. На заказ приблизительно нужна неделя. И также мы можем встретиться в шоуруме. Шоурум находится рядом с центральным телеграфом. Вот это такое же украшение,
как я показывала на манекене, только в других цветах. Так что можно мне написать, можно мне позвонить. Все контакты есть. И до новых встреч. Приятно было всех видеть. Пока!